Конечно, мы ожидаем, что сегодня будет великолепный вечер, и очень много людей собрались, я думаю, что даже больше, чем прошлый год. И я очень рад и даже горд, что Oriflame сможет собрать столько много веселых, красивых людей. Все так создали такой тренд и образ, и все старались, и все с хорошим макияжем, и я как представитель Oriflame, я просто очень горд и рад, что столько много красивых и веселых людей собрались здесь сегодня. Мы сделаем этот Fashion Night, потому что хотим показать, что Oriflame — это нечто большее, это не только помада, не только аромат, это полный ассортимент, и в том числе аксессуары и образ жизни. Երևիթե ասեմ, առաջնա Երվան Խաչատրյանին եմ շատ սիրով սպասում, Արամ Նիկոլյանին արդեն ներկա եմ գտնվել, չգիտեմ նույն հավաքածուն է ներկայացնելու թե ոչ, բայց ասեմ, որ իրականում շատ գեղեցիկ էր Արամ Նիկոլյանի ցուցադրությունը, իսկ մնացածինը չեմ տեսել և սպասումները իհարկե շատ են. Got your girl in the curtain shake, choosing.